Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. И сегодня мы расскажем про керамическую плитку, которая имитирует натуральную кожу или ткань. Современные технологии позволяют передать не только рисунок, но и фактуру ткани. Если плитка не была бы холодной, я бы вообще вряд ли заметил разницу. Ярко выраженные швы или клетчатые узоры на декорах еще больше усиливают эффект натуральной ткани. А плитка из кожи выглядит настолько натуральной, что ее даже хочется потрогать. А если сравнить с натуральной кожей, то понимаешь, что это не оригинал, только лишь прикоснувшись к материалу. Но в отличие от кожи, керамогранит достаточно сложно повредить, поэтому такое решение будет еще и практичным. Такая плитка хорошо подойдет для ванны, гостиной или спальни, особенно если вы хотите создать ощущение тепла и уюта. Ее также можно использовать в общественных местах, потому что она не только красива, но и очень практична. Эту плитку можно укладывать на пол, но лучше ее использовать именно для стен, так как интересно рассматривать мелкие детали вблизи, оценивая качество текстуры и решения. Конечно, у нее есть и недостатки. Из-за наличия швов вам придется более внимательно продумывать укладку плитки. Плитка под ткань или кожу отлично подойдет для создания уютной и теплой атмосферы. При этом хорошо подчеркнет стилистику вашего интерьера.